Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Сегодня специально пришел на речку потестировать свой новый спиннинг Daiyo Hippo с тестом 7,28 грамм. Поставлю катушечку по цифан 2000-ю и потещу сейчас их его на воблерах. Поэтому смотрим, не переключаемся. Самому интересно, что за палочка и что она из себя представляет. Собрал, друзья, спиннинг. На потрях довольно такая жесткая, крепкая палочка. Бастовый строй. Ну и так сам по себе довольно очень грамотно выглядит. Очень удобный катушкодержатель. Удобно держать. Нигде ничего не мешает. Короче, спиннинг я начинаю потихоньку влюбляться. Ну, сейчас попробуем половить, покидать воблера. Начну, друзья, тестить сразу с моду Custom от фирмы Berking воблерок довольно большого размера. Поэтому интересно, как он будет работать с этим воблером. Довольно неплохой заброс. Сразу хочу, друзья, заметить, течение очень сильное на реке. Так вот, если видите, довольно неплохо продергивает данный воблер. Моду Custom от фирмы Berking. Пробуем на забросик. Довольно неплохо спиннинг забрасывает. Я сильно не вкладывался. Как видите, с моду Custom спиннинг справляется даже на течении без всяких проблем. Очень хорошо забрасывает. В этом плане мне уже спиннинг нравится. Как видите, с моду Custom спиннинг справляется даже на течении без всяких проблем.
Вот теперь попробуем бойсклад 115. Посмотрим, как будет спиннинг работать с этим воблером. Ветер поднимается. Пришли, была хорошая погода. Практически штиль. Тоже довольно без проблем. Вижу данный воблер. Попробую сейчас Dua Realist от Беркинга 120. Посмотрим, потестируем теперь на нем. Ну, забрасывает все воблеры довольно неплохо. Летят воблеры хорошо. В принципе, 120-ку тоже он твичит без всяких проблем. С учетом, что сильное течение, вообще спиннинг работает превосходно. За свою ценовую категорию он себя оправдывает на все 100%. Сейчас есть спиннинги фирмы Dia. Чуть-чуть повыше ценовая категория. Я думаю, там с тестом 10-30 грамм спиннинг будет вообще полный огонь. Опять же, надо брать, тестить, пробовать. Если вот Хипа реально мне понравился. Вес 100 грамм. Спиннинг в руке практически не чувствуется, рука не устает, не забрасывает, не твичит. 2000-й катушкой вообще хороший баланс сочетается. Приятно лежит в руке. Друзья, не реклама. Реально, я купил спиннинг за свои деньги. И хочу сказать, что у меня есть подороже спиннинги. Тот же Nautilus T-Killer. Maximus Axiom. Я скажу, этот спиннинг мне даже на данный момент понравился больше, чем T-Killer от Nautilus. Двадцатые воблеры без проблем тестит. В принципе, тест до 28 грамм. Я думаю, без проблем он будет работать и со 130-ми некоторыми воблерами. Это Шайнер от фирмы Беркинг. Весь такой постирался, рабочий воблер. Щучке нравится, попробуем его.
нашел в коробочке Рерэнджа 130 СП. И теперь вот как раз проверим и на 130 воблере данный спиннинг. Заброс очень хороший. Не вкладывая силы, воблер летит довольно далеко. Ну, сейчас вот смотрим 130-ку. 130-ку продергивает также неплохо. Ну, мне, ребята, спиннинг понравился. Реально за $25 очень достойная палка. Особенно как начинающим. Для начинающих довольно неплохой вариант. Половить, посмотреть. Я прошлый сезон и позапрошлый отловил с Наутилусом. Мне спиннинг очень нравился. А вот этот спиннинг, он даже полегче и даже поудобней, мне кажется, вот в руке. Хотя и Наутилус хороший спиннинг. Я начинал с него как раз твичинг. Разбирался, что это такое. И данный вид ловли мне очень-очень понравился. Интересно было бы освоить и лайт. Лайтовые спиннинги, лайтовую ловлю. Ну, пока что будем твичить. Сезон только начинается. Даже странно, что сегодня щука не хочет брать. Такая погода как раз для щуки. И ветер, и солнце, и пасмурно. Ну, сегодня цель больше была все-таки посмотреть новый спиннинг, потестировать его. Конечно, хочется его уже разловить, посмотреть, как он себя ведет на рыбе. Но это будет в следующих видео. Рыбу мы обязательно на него словим. Спиннинг зачетный. Мне нравится. Конечно, каждому свое. Кто-то любит дорогие спиннинги, кто-то подешевле. У каждого свой бюджет. Конечно, приятно ловить рыбу на бюджетные снасти, когда рыба ловится. И главное, чтобы снасть была сама по себе удобная, вам нравилась, хорошо лежала в руке, как бы сама по себе симпатично выглядела. Что, друзья, рыбалка подошла к концу. Что хочу сказать вам про данный спиннинг. Данный спиннинг мне очень понравился. В принципе, за такие деньги очень достойный спиннинг. У меня есть спиннинг, который в два раза дороже, чем этот. Но этот мне понравился почему-то больше. 130-е воблеры продергивает на ура. 110-ки, 120-ки с ними справляется без проблем. Поэтому, друзья, смотрите, фирма Дайя. Довольно неплохая бюджетная фирма, на которую можно обратить внимание. На этом, друзья, видео буду заканчивать. Всех благ вам и вашим близким. До новых встреч!